готовки съелка йод, а хоть того надуешь. Повар с голоду не сдохнет, а вот ты рискуешь. Молчишь и не отвлекаясь на пустой пиздеж. Лучше не ругаться с тем, чё жарево ты жрёшь. Чаще рубят твой тесак, реже перекуры. Пищу для собак годятся пидоры и дуры. Чаще нахожу, что оскорбления телесные. Чаще наношу при этом тяжкие телесные. Критику я на пол скину в миску с вашим мнением. Позже в унитазис мою, это все равно не ем. Порнографию и похоть жрём за душу милую. С двух сторон обжарю гадости падом справедливою. Накрашу поверх еще слова ваши и мат. Полуфабрикаты вами спищенных цитат. Прежде чем подать, приправлю блюдо лютым страхом. Даже не заметите, как слопаете махом. Где мой рэп, мэн? Занимаюсь я чужим просплением. Заправляю оливье развратной информацией. Занимаюсь этим, как подросток мастурбацией. Если здраво рассуждать, барон несет уроны. Всем привет передают мои микробароны. Между прочим, я готовил, пока где-то ты дрых. Все мы недочеловеки, учит дядя Фридрих. А кто в пидоры подался вопреки конструкции? Что-то вроде тупиковой ветви эволюции. В мировой кулинарии нет печальной повести. В яме погребной погребены остатки совести. Человек ел всякую гадость в разную эпоху. Это было бы печально, если бы не похуй. Где мой рэп, мэн? Схавал пи.